Да. А, хорошо, поняла, сейчас закрою. Несмотря на погоду, наша точка на Горпарке работает. Мы всех ждем. Мы надеемся, что это временно, это только начало. И мы всех неравнодушных людей, всех ждем. Деньги, которые собраны, пойдут детям с диагнозом ДЦП. Поэтому мы обязательно всех ждем. До 6 часов мы будем здесь. Мы работаем с детьми и понимаем, насколько это важно, чтобы все дети, независимо от того, какие у них физические возможности, были вовлечены в творческий процесс. Пусть в качестве участников, пусть в качестве зрителей. Это очень важно. И, конечно, своим выступлением мы хотели привлечь к этой проблеме других людей. К сожалению, немножко не повезло с погодой. Но так или иначе, марафон состоялся. И большое спасибо тем, вообще, кто его организовал и кто занимается такими вещами. Мы всегда рады поддержать любые благотворительные начинания.